Буратино и поезд. Сказка. Буратино собрался навестить папу Карло. Купил билет, приехал на вокзал. Стоит на перроне, думает о том, как он встретится с папой, как папа даст ему денег, как все будет здорово. Стоит, думает, в носу ковыряется. В носу ковыряется, пальца поезд вытирает. И так он сильно задумался, что не заметил, как поезд тронулся и ушел. Вынул Буратино палец из носа, чирк, чирк по воздуху, глядь, а поезд-то ушел, нет поезда. Тут Буратино перестал думать, плюнул на перрон и сказал: «Да пошел ты, папа!»